Портал fb.ru расскажет, как женщина застала мужа у соседки, с расстегнутой рубашкой выгнала, а потом узнала правду. Наверное, в каждой мелодраме бывают сцены, когда ни в чем не повинного человека, оказавшегося в неловкой и недвусмысленной ситуации, обвиняют в измене. Но, к сожалению, киноиндустрии ничему не учат людей. Вот так и Инна, застукав мужа Андрея у красивой молоденькой соседки, выгнала его из дома, но вскоре пожалела. Инна и Андрей – типичная среднестатистическая семья, живут вместе уже около 10 лет. Есть двое детей – то ссорятся, то мирятся, но в целом живут неплохо, хотя былых чувств уже и не осталось. Это и неудивительно, ведь за годы брака Инна заметно поправилась и запустила себя, да и Андрей стал лысеть и полнеть. В целом же супруги и дальше жили бы душа в душу, если бы не один случай. Однажды, когда Инна возвращалась домой из магазина, поднималась по лестнице, перед ней неожиданно открылась дверь. Дверь квартиры, в которой живет молоденькая, симпатичная девушка. И выходил из этой квартиры Андрей. И не просто выходил, а застегивал на ходу рубашку. Инна сразу закатила скандал. Она не слушала объяснений соседки и супруга. Они утверждали, что Андрей просто чинил кран, а рубашку снял, чтобы не намочиться и не испачкаться. Но Инна была непреклонна. Сначала Инна ворвалась в квартиру к соседке и перебила всю посуду, которую нашла у нее на кухне. А с мужем разговор был короткий. Инна достала все его вещи из шкафа, часть упаковала в чемодан, а то, что не поместилось, просто выбросила с балкона. Понимая, что жену не переубедить, Андрей забрал вещи и ушел. После ухода мужа Инна внимательно посмотрела на себя в зеркало, располневшая, неухоженная, со старомодной стрижкой, в поношенной одежде. Неудивительно, что Андрей завел любовницу. В итоге, всю следующую неделю Инна посвятила трансформации. Сменила прическу, покрасила волосы, накупила новых нарядов. Но окружающие будто не замечали перемен, которые произошли с Инной. Они смотрели как-то осуждающе и периодически намекали, что ей не помешало бы помириться с мужем, ведь он пьет уже неделю. Но женщина была непреклонна. Она была уверена, что теперь-то не останется одна. В одно прекрасное утро в квартиру Инны позвонили. На пороге стояла та самая соседка-разлучница. Девушка улыбалась во все 32 зуба, вручила Инне приглашение на свадьбу. Она выходила замуж за однокурсника и поблагодарила за разбитую посуду, ведь это на счастье. Вот это и принесло девушке счастье в личной жизни. Инна была ошарашена. Получается, муж говорил правду. В тот момент Инна очень пожалела о своем необдуманном поступке. Вскоре Инна и Андрей помирились. Начали жить, как и раньше, но теперь Инна старается не запускать себя и быть красивой для своего супруга. Возможно, в этот раз подозрения в измене не подтвердились, но вокруг-то еще много красивых, одиноких женщин. А вы когда-нибудь были в подобной ситуации? Пишите свои истории в комментариях. Видео подготовлено порталом fb.ru. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.